На конкурс «Дети читают стихи». Сергеенкова Анна, 4 года. Алексей Крылов, «Козел Мефодий». Кто там бродит в огороде? Это я, козел Мефодий. По каким-таким делам помогаю сторожам. Я капусту храню, базилиста берегаю. Почему капусту берегаю? А не речку, а не лук. Как же так? Скажи, не ходит. Забыла, не ходит. Ничего я не забыла. На все не хватит. Все пусть речи не умею. А от речки худею. А капуста хороша. И нужны ее старости. Потому что самый вкусный лес. Тихо.